Всем доброго дня! Сегодня мы работаем в Старокамышинске, в частном доме, где наши специалисты завершили первый этап, установили кухонный гарнитур. Вторым этапом сегодня вечером мы планируем закончить формирование детской комнаты. Ну а сейчас я покажу вам кухонный гарнитур. А также на втором этаже ведется формирование детской комнаты, идет монтаж шкафа и закончим с письменным столом. Сегодня вечером мы закончим детскую комнату, тем самым завершим первый этап. Далее у нас планируются во всех помещениях шкафы. Потом у нас будет гардеробная, сформируем санузел и прихожую.